Быки практически не различают цветов. Поэтому они реагируют на красный цвет точно так же, как на зеленый или синий, то есть никак. На быка раздражающе действует не красная тряпка, а то, что кто-то больно его ранит, да еще и машет чем-то у него перед носом. До начала 19 века обувь не разделяли на правую и левую, оба башмака были одинаковы. В 1983 году знаменитая английская писательница Барбара Картленд написала 23 романа в течение одного года. Это достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Всего в течение жизни она написала более 600 книг. Помимо Луны, еще 6 астероидов сопровождают Землю, двигаясь по ее орбите вокруг Солнца. Один из них, Круине, диаметром более 5 километров, находится в 15 миллионов километров от Земли. Так что с некоторой натяжкой можно сказать, что у Земли 6 лун, а не одна. Помимо Красной книги, в которую с 1958 года ученые заносят исчезающие виды животных и растений, есть еще и Черная книга. В нее включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли из-за разрушительной деятельности человека.